Привет, дорогие друзья! Сегодня коротенькое видео снова о том, как можно интересно отдохнуть в Мюнхене. Итак, перед вами кино у Олимпийского озера в Олимпийском парке в Мюнхене. Мы собрались пойти с коллегами посмотреть фильм «Под открытым небом». А такое мероприятие проходит здесь каждый год, по нескольку раз показывают фильмы, далеко не новые, но сама атмосфера очень классная. Здесь собирается очень много народу, да, нужно покупать билеты, но это все гораздо более доступно, чем это происходит в кинотеатрах. И потом вы в шикарном Олимпийском стадионе, в котором проходили Олимпийские игры в 1972 году, вы находитесь там, среди шикарной, интересной архитектуры, наслаждаетесь природой, наслаждаетесь общением. Какие условия? Здесь работает бар, здесь работают такие киоски, где вы можете купить что-то поесть, но вы можете также все это принести с собой, кроме напитков. Что мы сделали? У нас был накрыт совершенно шикарный стол, мы все принесли с собой, приготовили, накрыли и отдыхали до самого фильма. Мероприятие проходит достаточно поздно, поэтому у нас было куча времени, чтобы отдохнуть, наболтаться, наобщаться. Если вы пойдете просматривать фильмы в такое же место, пожалуйста, не забудьте с собой взять обязательно теплую одежду, даже если это лето, потому что ночью здесь действительно прохладно. И меня как раз спас коврик для кемпинга, потому что я буквально в него обернулась, и так как он имеет прослойку от влаги, мне было очень комфортно. Здесь организовано все, вплоть до туалетов, поэтому находиться здесь было одним большим удовольствием, и очень все было комфортно и хорошо продумано. На входе стоят люди, проверяющие ваши рюкзаки, нет ли у вас там с собой напитков и острых каких-то опасных предметов, поэтому нужно заранее узнать все, что можно сюда взять и все, что нельзя. Архитектура стадиона на самом деле очень необычная, про него я снимала уже отдельное видео, оставлю здесь линк, чтобы вы могли посмотреть. Ну и вот эти светящиеся изнутри холлы на фоне вот этого голубого, синего, глубокого неба, это было действительно очень-очень красиво и завораживающе. Когда вы покупаете билеты, конечно же, вас ждут уже здесь свои места, свои лежаки. И вы спокойно занимаете, когда вам этого захотелось. Конечно же, в самом начале начинается реклама, и самое время сбегать в туалет и уже занять свои места и приготовиться к просмотру фильма. Здесь есть разные типы сидений, есть лежаки, есть отдельная такая лужайка, где люди буквально в своих спальниках размещаются и лежат буквально так же, как они это делают дома на диване. В общем, классное времяпрепровождение, я бы всем советовала. Очень необычно, очень интересно, и это чудесная возможность провести время в приятной компании. Что самое забавное, что посреди фильма они остановили его показ, свернули натяжной экран, и у нас была буквально пауза на минут 20 с фейерверком. Это было действительно здорово. Потому что он взрывался буквально над нашими головами. Ссылку на мероприятие я оставлю под видео, поэтому вы сможете с легкостью найти всю важную и интересную для вас информацию. На этом было все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось такое короткое видео, и вы примете к сведению, как можно провести интересное время в Мюнхене летом. Так что до новых встреч и пока-пока! That's fast.